О, ребят, кто помнит эти легенды? Я думаю, именно они у меня впечатлились отчасти в голове и сподвигло меня впоследствии на все вот эти постройки, в том числе и комбо. Вообще, такие концепты мне очень нравятся. И кто помнит, с прошлой серии я взял мотор с москвича, поставил в каблук, потому что москвич сейчас ждет очереди в покраску, и плюс я для него заготовил уже следующего поколения такой же аналогичный мотор. Будет вообще вот так вот. А сегодня, ребята, технический выпуск, где я пишу, как я вставлял этот мотор, что нужно, какие, где нюансы, проставочки, для того, чтобы, если вдруг будут последователи, я сейчас дам подробное описание технички по втыканию мотора. Ребят, подхожу уже к завершению, все собирается, пока всем доволен, заводить не пробовал. Пока что у меня в голове есть риск, что может быть какая-то будет несовместимость с блоком комфорта, хотя вряд ли. Я думаю, нет, будет все окей, все заведется. Полезная информация, ребят, чтобы поставить в комбо или в корсу, если таковые имеются у кого-то, что для этого нужно? Во-первых, посмотрите, как он сюда влезает, ребят, мотор. Слева от лонжерона, ну, сантиметра два точно. Вот здесь дегенератор, ребят, сантиметр. Кстати, сейчас я кубышку суну, я не помню, бил я там кувалду, нет, не бил. Реально сантиметр во все стороны, то есть даже если мотор будет двигаться, то ничего не зацепит. Дальше, из интересного, что если брать моторы до 2005 года, если это ОПЦ-шный, то понятно, то есть это должен быть Z20 лет, а не Z20 лех. То есть в этом промежутке очень много совпадений, это очень удобно. И в комбо я вставил, полностью интегрировал Astro Bertone. То есть можно его назвать уже даже не Opel Combo, а Opel Combo Bertone. Отчасти. У меня даже есть этому свидетельство. Так как панель со всей мультимедией тоже от Astro, так было легче и проще. Я сейчас тут раздербанил немножко, но-но-но. Здесь отличительная такая фигня. То есть когда я вставлю пепельницу, это оригинальный шильдик. Да, ребята, здесь 100% Opel Astra, вставленная в каблук. Причем очень много элементов, вот как я говорил, подходит. То есть задний мост, он просто болтом встает. Все фишечки, все подходит. То есть бензонасос туда же раз, фишечка подходит. Лапа тоже. То есть в оригинале у комбо была без поперечины. Лапа, по-моему, да, маленькая. Здесь поперечная, то есть пришлось сделать вот ухо здесь одно. Вот эта лапа тоже, она в принципе подходит, да, но она не в том месте. То есть у комбо была здесь, ее пришлось чуть-чуть сдвинуть и немножечко распилили подрамник, подзабили низ, ну и проварили, как бы сделали вот здесь такой проемчик для вот этой лапы. Дальше, то есть вот даже у меня будет сейчас кондиционер, наконец-то, в комбо. Здесь тоже вот, ну, палец проходит, то есть, в принципе, достаточно, ребят. Коробка. Коробка – это вообще тоже буквально. Даже палец не проходит там, но при этом сантиметр есть. Ну, я еще подзажму. А, и еще подрамник пришлось спускать. Вот, здесь сейчас все открыто, ребят. Здесь у меня 2 сантиметра, может, 3. Сейчас я замерю, уже не помню. Я даже, по-моему, сзади ставил. Не помню, по-моему, сзади. А, да, тоже стоят. Сзади, наверное, 2 сантиметра, а здесь 3, все правильно, да, сзади 2 сантиметра. И для чего это делалось-то? А, да, чтобы, да, горизонт был, чтобы вот эта лапа была как надо, и чтобы была лапа коробки как надо в нужном месте, и тогда прям везде все, доступ открывается, машина становится больше, шире. Шире сейчас я вам объясню. Да, боковая лапа отзеркалена, посмотрите, то есть вместо 3 отверстий там сделано 5. Вот так она выглядит, ребят, эта лапа в снятом виде. Габариты, размеры я вам не скажу, ну, что не скажу, скажу. 7, здесь у нас 7, ну да, все верно. Да, просто продляем на 7 сантиметров отверстие. То есть у нас имеется треугольник, ребят, раз. Мы делаем, параллелим два последних отверстия. Тоже были втулки такие сделаны, приварены, ребят. То есть сама пластина, то есть общий подъем получился, сейчас вам скажу. Да, то есть чтобы все это было ровненько, чтобы выровнялось, продляем отверстие, потому что смещение, легкая симметрия. И, соответственно, по горизонту, да, 3,5 сантиметра ровно. И еще добавлен сзади рычаг, ребят, тоже, то есть понятно.
То есть вроде все в тех же местах, этот просто смещаем в сторону, этот совпадает, делаем ушко, этот в принципе совпадает на один болт, теоретически даже можно было бы оставить, но как бы лучше как в оригинале. А здесь даже еще лучше, чем в оригинале, потому что площадь перекоса больше, вообще все жестко и круто. А, ну и соответственно, кстати, лапа от комбо, она подушка, я даже не помню, переставлял я или нет, но боковая или совпала от Астры, или комбовская родная. А задняя лапа, она вон там чуть поглубже. И вот рычаг такой просто простой. Из, может, даже рычага какого-то был сделан. И сверху, видно вам, там тоже пластина была взята, и к которой прикручен был, ну, чтобы не двигалось тут все просто. И туда уже вон к оригинальному месту крепления. Ребят, на подрамнике уши, на которые становится пакет радиаторов оригинальной комбовской. Чтобы все встало, здесь буквально 2 мм надо сместить, просто открутить или с одной, или с другой стороны один болт. Ухо чуть-чуть смещается в сторону, садишь все обратно и даже не обязательно все это ставить на свои места. То есть одно ухо у меня на одном болту, второе в оригинальной позиции. И уже новый пакет радиаторов, который прилагается к этому мотору, он спокойно пык-пык, шлеп, закрыли, собрали, то есть как в оригинале. И все это собирается оригинальным бампером на свои места. А, балку, ребят, подбивал я балку немножко. Она упирается в интеркулер. Да, короче, ребят, здесь чуть-чуть упиралась в угол интеркулера. И я небольшой такой здесь сделал плющ. Теперь все нормально. И становится родная балка, и на нее навешивается уже все, что нам надо. Так что, ну, в принципе, несложно. Вот сейчас, когда смотришь, несложно. А изначально, тем более, я вам уже размеры даю. То есть вдруг будут последователи, ребят, можете писать потом мне. Да, потому что без размеров, то есть представьте, здесь-то все вымерялось, подгонялось, вот тоже ушко там. Вот, размеры я озвучил. И, в принципе, ничего сложного. И из интересного, что система самой коробки одинаково проходит в шахте сама кулиса. То есть я комбовскую вытащил, выкинул. Взял от Астры. Вот это посадочное место в салоне, оно просто вот тоже болтон. Полностью чик. Вот. А здесь так вообще, ребята, здесь полностью проведен каждый проводок. То есть АБС, все-все-все. То есть у меня на комбо работает и будет работать сейчас круиз, трекшн-контроль. Ну, правда, я вытащил предохранитель, мне здесь не нужен трекшн-контроль. Так, круиз, АБС. Вроде бы здесь даже противозаносная система. Кто-то мне говорил, что есть какой-то специфический блок. Я не проверял, потому что, опять же, прет у меня вытащен для того, чтобы буксовать. Вот. И, ребят, все это, вот, как видите, спокойно влазит. Все, морда навесное, все встанет. И никаких проблем. Все в оригинале. Даже катализатор будет. Даже буду проходить техосмотр. Нет, вырежу потом впоследствии, конечно. Подвески. Стойка, ступица, это все астровское. Причем вверху оно то же самое, одинаковый крепеж, то есть все встает. Шарнир астровский, а рычаг комбовский. И приварена пластина переходная, да, здесь небольшой косяк, и разница тоже буквально там 1.5 сантиметра. Блин, я сейчас даже, вот, ребят, буквально смещение, блин, взять бы, я уже не помню. Где-то, но, по-моему, немного, да, реально, что мы сдвинули, может быть, 2 сантиметра, может, 2.5. С этой стороны и с другой стороны то же самое. Ребят, то же самое была пластина, довольно толстая, почти в сантиметр, и проварена очень мощно, то есть это будет держаться здесь хорошо. И примерно в оригинальных, если габаритах, 16-е колесо, вот у меня даже с толстой резиной, оно цепляет слегка под крыльничек, вообще слегка, то есть если поставить низкопрофильную резину, то вообще все проходит, все отлично. И, соответственно, теперь у меня стоят диски, что меньше 16 дисков я не поставлю, тормозные диски. И тормозит вообще теперь супер круто. Вот, это техническая часть. В принципе, здесь... А, нифига, да, то есть был переделан рычаг с пластинкой и был переделан рулевой наконечник. Честно говоря, тут вы должны узнать, то есть если, опять же, кто-то будет последовать вот этим тем... О, нифига себе, зажимочка не на месте... то, по-моему, да, соответственно, к ступице был взят астровский
рулевой наконечник, по-моему, даже который без переделок просто накрутился на комбовскую рулевую рейку. По-моему, да. Где у меня были переделки? Наверное, были переделки. А, на векторе у меня была втулка. А здесь? Да, причем прикол, что на комбо он короткий, а на астре просто длинный. И по резьбе все сходится. Вроде бы. Могу ошибаться. Но точно наконечник астра, а рейка комбо. И вот и все переделки. Все. Ребята, остальное, то есть половина штыкеров просто чик-чик взаимозаменяемые. Но здесь, конечно, я глобально заморочился. Здесь просто все от астра. Просто все, включая приборку, все системы, каждый вот проводок протягивал, все-все-все-все-все, от переда до зада. Так, а что, я продолжаю собирать. Супер, а так, свяжитесь со мной. Ребята, пробую. Просто с полтыка, просто с полтыка. Понятно, что этот мотор хороший, он работал. Ну я тут понаделал же, а? Понаперебирал, ё-моё. Вообще кайф, все работает, кайф, 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 кайф. Половина не подключена, ладно, это я разберусь. Какая-то фишка, хер поймешь. Найду. Че какая-то? Блин, сейчас еще раз заведу. Блин, даже все работает. Охренеть, охренеть, охренеть. Охренеть. Так, ребят, все собрано практически. То есть, надеюсь, я даже сегодня уже поеду на нем домой. Я тут еще поколдую с трубочками. Есть, конечно, нюансы, что более длинные патрубки идут все в обход. В «Москвиче» было прям напрямую, сразу через кулек, и все возвращалось. И, соответственно, в том конфиге и настраивалось. То есть, вся мощность перешла сюда. Очень хочется прокатиться, но это уже в следующей серии, ребят. Так что подписывайтесь. Очень буду благодарен репостам. Это будет способствовать продвижению. Все, до новых встреч, ребят. Всем весны. Я сегодня, кстати, испугался. Прихожу, лужа масла, я думаю... Куриные крылышки. Вот. Я же его заводил. Думаю, наверное, где-то что-то, какая-то дырка. А я, прикинь, я налил канистру масла. А вот если заглянешь на сливную пробку, сейчас вот... спустишься, она просто на два витка вот так наживлена, торчит такая писька. Я вчера, да, я так и заглядываю, слава богу, потому что не выскочила полностью.